Здесь мы наблюдаем, значит, выход от солнечных батарей, выход от аккумуляторов, идут переключатели. Да, здесь еще обычный энергетический контроллер. Вот оттуда. Это 3 киловатт инвертор, 24 вольта напряжение, очень красивенько сделан, единственное, немножко громоздкий. С обратной стороны указана схема подключения. Новостной дисплей расположен на обратной стороне шкафчика. Шкафчик очень аккуратно сделан.